Приветствую вас на своем канале «Вкусняшки по-домашнему». Сегодня мы будем готовить фрикадельки с макарошками в сливочном соусе. Для этого нам понадобится минимум ингредиентов. Фарш индейки, также сливки, морковки. Ну вот сегодня я взяла две, потому что они вот такие вот тонюсенькие у нас. Также макарошки, триколини, по-моему, называются. Ну вот макарошки трех цветов. И твердый сыр, ну а также специи по вкусам. Давайте начнем. Сначала потрем морковку в блюдо с фаршем. Да-да, вы не ослышались, именно трем морковку в сам фарш. Это небольшой лайфхак. Раньше я в тефтеле терла морковку и посыпала сверху тефтельки. А сейчас делаю именно так, потому что морковка именно съедается, а не остается в сковородке. Приправим специями, посолим. Поперчим. Фарш тщательно перемешиваем. И затем будем формировать наши тефтельки. Начинаем формировать наши тефтельки. И стараемся, чтобы они были приблизительно одного размера. Вот так аккуратненько складываем их пока на тарелочку. Вот такое количество фрикаделек у нас получилось из нашего фарша индейки. В разогретую сковородку добавляем совсем немножечко маслечка. Дальше вот так вот его начинаем выкладывать наши тефтельки. Добавляем немного кипяченой водички и оставляем тушиться на 15 минут. Теперь добавляем 200 миллиграммов сливок и высыпаем наши макарошки. Добавляем в наше блюдо немного кипяченой воды, а также сверху еще немножечко посолим. И вот таким образом распределим макарошки по всей сковородке. Чем хорош этот рецепт? Не нужно отдельно варить макарошки, можно все сделать в одном блюде. Наше блюдо готово, макарошки дошли, фрикадельки тоже. Давайте выкладывать. Так, несколько фрикаделечек положим и еще макарошек. Фрикадельки побольше можно. Вот таким образом. Присыпем наше блюдо сверху немного сыром. Наше блюдо готово. Давайте попробуем. Фрикадельки. Сыра немножко. На мой вкус очень даже ничего. Если рецепт вам показался по вкусу, не жалейте лайков. Подписывайтесь на канал. С вами был канал «Вкусняшки по-домашнему». Готовьте с нами, готовьте еще вкуснее нас. Пока-пока!